Карагандинским госслужащим рассказали об искусстве правильно руководить. Действующим госслужащим шахтерской столицы подробно разъяснили порядок конкурсного отбора, требования по тестированию и право участников конкурсов на замещение вакантных административных должностей. О деятельности Академии в целом, о вопросах международного сотрудничества, о программах обучения рассказал заместитель руководителя Центра академических программ Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан Асет Абжаков. Основной упор делался на разъяснение сроков и этапов поступления в данную академию. Целью визита сегодня в Карагандинскую область является информационное освещение процедуры приема на обучение в Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Мы ставим своей целью донести информацию о возможности поступления, об образовательных программах, реализуемых Академией государственного управления для каждого действующего госслужащего, независимо, будь это центральные исполнительные органы или местные исполнительные органы. В этом году Академия государственного управления утвердила новые правила приема на обучение и сократила срок приема документов. Но основная задача одна – это повышение квалификации уровня госслужащих. Академия госслужбы производит подготовку кадров через докторантуру и магистратуру со сроком обучения от 1 до 2 лет. Один из главных критериев – знание английского языка. Поступающим выдвигают жесткие требования. Важен опыт работы не менее 2 лет. На время обучения учащихся сохраняется место работы. Им выплачивают стипендию в размере оклада по месту работы без вычета налогов. Предоставляют общежитие, для них организуют стажировку за рубежом. И самое главное, появляется возможность роста на госслужбе. Набор продолжится до 27 июля. По завершении данной программы обучающиеся получают возможность дальнейшего карьерного роста и перехода на следующий уровень в соответствии с единой рамкой компетенций. Это уровень госслужащих, которые управляют другими. Начальники отделов, управлений и так далее. Соответственно, при наличии определенного опыта государственной службы, госслужащий может сразу же поступать на программы, предполагающие 3-й уровень компетенций. По завершении данных программ, допустим, магистр госполитики, магистр госуправления. В мероприятии приняли участие руководители аппаратов акимов районов, работники кадровых служб, областных госорганов и действующие госслужащие. Всем участникам встречи предоставилась возможность задать вопрос и получить исчерпывающий ответ. Академия госуправления при президенте Республики Казахстан является единственным высшим учебным заведением в Казахстане в сфере госслужбы. Академия функционирует в стране более 20 лет. За это время она выпустила несколько тысяч госслужащих. Фариза Албаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.